Родители смогут контролировать, как и чем питаются дети в школе, в том числе в составе общей комиссии. На сегодня все ученики начальных классов в Камчатском крае обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. Кроме того, в соответствии с действующим региональным законодательством, двух- или трехразовое питание получают льготные категории школьников первых 11 классов.